Проблемы внедрения инноваций в области сельского хозяйства сегодня обсуждают в Нальчике. Здесь проходит всероссийское совещание проректоров агровузов. В республику прибыли представители 45 учебных заведений страны. Столь масштабный форум на базе Кабардино-Балкарского аграрного университета проводится впервые. Сегодня один из главных вопросов в деятельности агровузов – реализация научных разработок. Для этого необходимы немалые финансовые вложения, которых сейчас нет, отметили участники встречи. К сожалению, у нас в Российской Федерации пока еще не создана такая инновационная система, общенациональная, в области агропромышленного комплекса, в основе которой должна быть, на мой взгляд, крупная государственная корпорация на основе, наподобие Сколково, именно для сельского хозяйства. В ходе семинара обсуждаются возможности создания научно-производственных площадок в самих университетах. С их помощью регионы могли бы обмениваться опытом, а также апробировать новые технологии. Завершится форум 4 июля.